Погоня с настоящей стрельбой, взрывы, захват преступников с помощью служебных собак, возможность примерить полицейское обмундирование. Для ребят из детских домов это самая интересная и захватывающая часть праздника, который вот уже 8-й год им устраивают сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД по городу Владивостоку. Спасибо, полиция! День детства для воспитанников детских домов сотрудники полиции устраивают по инициативе Общественного совета при МВД по городу Владивостоку. Полицейские считают, именно детям, лишенным семейного тепла, подобные праздники необходимы больше всего. Кроме веселья, здесь обычно запланирована и серьезная программа, когда сотрудники ППС демонстрируют ребятам пользу от здорового образа жизни. Ну, прежде всего, на своем примере и мотивация со стороны полицейских. Такие показательные выступления, которые воспитывают и патриотизм, и такое отношение спортивное к жизни. Кроме пропаганды здорового образа жизни, полицейские на празднике рассказывают ребятам и о своей службе. Именно воспитанники детских домов, считают сотрудники патрульно-постовой службы, могут в будущем стать им достойной сменой. Исключительно из детских домов, потому что более дети с этих домов ответственные, вот, более серьезные. Ну и просто интерес у детей будет. Итак, в нашей работе. Самая веселая часть праздника – это возможность помериться силой с сотрудниками ППС. Побеждают, смеются последние – дружба. Самое красивое – это запуск в небо разноцветных воздушных шаров. Ну и самое вкусное, конечно, полевая каша. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на 8.